Всем привет! В этом ролике будем препарировать такую локацию мародеров, как Terraform. Представляет он из себя вот такую махину с несколькими куполами. На самом деле данная локация является одной из наиболее простых, за счет того, что она расположена в одной плоскости без большого количества переходов между уровнями. В целом локация состоит из трех куполов, переходов между ними и небольшого лабиринта технических помещений, который можно назвать катакомбой. Чем-то мне это все напоминает игры серии Метро 2033. Снаружи изучать особо нечего, залетаем внутрь. Итак, мы внутри. Первый вопрос, который себе задаем, ну и где я, черт возьми? Для ответа надо пройти немного вперед и осмотреться, так как шлюзы представляют у себя небольшие отдельные здания внутри куполов. В данном случае мы оказались в куполе Maintenance или обслуживания. Признаки купола следующие. Посредине большая фиговина, похожая на завод с красными лампами. Вокруг нее дорога с машинками. Из всех трех куполов этот самый скудный и, кроме пары контейнеров с мусором, не содержит ничего интересного. Единственное, что можно сделать, это выдвинуться в ближайший тоннель. Кстати, в машинах как раз и содержится тот немногочисленный лут, который тут есть. Идем в тоннель и надеемся, что стражи нас не примут. Вообще локация Terraformer содержит два тоннеля, идентичных по своему содержанию. Каждый тоннель включает непосредственно саму дорогу тоннеля. Кстати, иногда проход может быть заминирован, тут осторожно. Технические помещения, идущие вдоль тоннеля, в них расположены капсулы для эвакуации. Также в каждом из тоннелей расположена комната под отмычку с ценным лутом, оружейным ящиком и патронами. Заходим и лутаемся. Здесь же вниз уходят проходы в технические помещения, как раз тот самый лабиринт катакомб. Пока мы туда не пойдем, но обязательно вернемся к этому вопросу позднее. Пройдя по тоннелю, оказываемся в главном куполе, он же сам Terraformer. Признаки. Большая башня посередине. Радиально расположены желтые дома по бокам. Практически постоянно тут происходят файты и сплошна стрельба. Почти каждый из домов тут содержит что-то интересное. Для удобства разбора локации пройдем в самый ее конец и пойдем изучать все дома по порядку. Здесь располагается тоннель в научный купол. В самом последнем, при движении против часовой стрелки зданий, располагается сейф под горелку. Зарезаем замки и лутаемся. В сейфе лежат два кошелька, несколько оружейных ящиков, несколько ящиков с промышленным лутом и всякий мусор по шкафчикам в ассортименте. Выходим из здания с сейфом и идем к ближайшему зданию внутреннего радиуса. Внутри домика лутать особо нечего, но у каждого из трех внутренних зданий расположены сундуки под отмычку с желтой крышкой. Если нужно, открываем, идем дальше. Во втором домике внутреннего радиуса ситуация точно та же. Внутри почти ничего нет, снаружи стоит ящик с желтой крышкой. Ангар напротив него также практически пустой.
А вот в ангаре, оставшемся чуть позади, спавнится красная канистра для квеста из грязи в князи. Стоит вот тут в уголке. Топаем дальше. В этом домике, рядом с тоннелем в Research, расположено два оружейных ящика и несколько коробок под мусор. С другой же стороны от тоннеля находится лазарет. Внутри можно разжиться медициной, а также сделать квест на 45 секунд нахождения в медицинской зоне. Проходим к последнему дому внутреннего радиуса. Он уже чуть интереснее двух остальных. Снаружи по стандарту стоит ящик с желтой крышкой. Внутри, кроме пары коробок, также располагается закопанное ведро, также известное как тайник. Внутри может быть что-то интересное. По любому из мостов можно пройти к центральной башне, она же Gate Tower. Теперь внимательно. Квест на удержание входа в башню с вызовом врат на английском звучит как Hold the Terraformer Gate Tower Entrance. Выполняется внизу этой башни, сразу у входа. Заходим, останавливаемся, наблюдаем за таймером. Квест на удержание центральной башни Terraformer делается здесь же, но для замера времени надо подняться наверх. Причем при выходе на балконы время перестает считаться. Здесь же наверху располагается кнопка вызова ворот, патронные ящики и пара оружейных ящиков. Закончив с квестами в башне, отправляемся назад. Ближайший тоннель – это мейнтенанс. Если бы я посмотрел на табличку над проходом, то не заблудился бы, ибо мне в него совершенно было не нужно. Не повторяйте моих ошибок. Последний исследовательский купол ведет второй тоннель с соответствующей подписью Research. Пройдя по тоннелю и зайдя вот в эту дверь с вендинговым автоматом, можно сделать квест на технологическую карту Terraformer'а. Так как времени было совсем уже мало, я в этот заход не успел внимательно осмотреть купол Research, так что обратимся к другой высадке, когда мы попали в него сразу. Напоминаю, что капсулы расположены в каждом из тоннелей. Выйдя из ворот с надписью Research, проходим через первую комнатку, чтобы попасть в сам купол. В данном случае это кафе, в котором можно подлутать немного еды. Чтобы добраться до квестового предмета, идем по тоннелю к зданию красного цвета. Затем прыгаем вниз. Прыжок примерно стоит печеньку, можно безболезненно спуститься по лестнице, если лишней печеньки у вас нет. Внизу, помимо известного нам уже блокнота, также есть пара оружейных ящиков. Ну и собственно снова сам блокнот, технологическая карта Terraformer'а.
Вот, собственно, второй ангар этого купола. Если зареспавнились в нем, то проходим маршрут до блокнота в обратном направлении. Помимо главного дома, в этом куполе также располагаются несколько домиков поменьше. Внутри находятся контейнеры с тематическим лутом и медициной. Ничего особенно интересного в них нет. Но если вы пришли на локацию, чтобы лутать все, что к полу гвоздями не приколочено, то заглянуть в них определенно стоит. Повторяем пройденное. Это вот тоннель в главный купол. Здесь вендинговый автомат с аптеками и быстрый проход в блокнот. Закончили ресерч, двигаемся дальше. Последняя подлокация — это катакомбы. Входы в них, как мы помним, располагались рядом с капсулами вылета в тоннелях. Уточню, что в каждом из тоннелей они есть. Но также в катакомбы можно попасть непосредственно при высадке. Входы будут помечены как сервис. Выходим на локацию. Направо в данном случае проходы ведут непосредственно к куполу Research. Мы же пойдем налево и прогуляемся по самим катакомбам. Здесь, вот как и во многих других местах, стоит погрузчик по заданию из грязи в князи. Но самое интересное располагается сразу за ним. Здесь, между шкафчиками с электроникой, притаилось очередное закопанное ведро с лутом. Проходим в калитку и лутаем. По пути, кстати, могут встречаться оружейные ящики. Не забываем их лутать, не повторяем моих ошибок. Заходим в комнату с гигантскими чанами и поднимаемся наверх. Именно здесь притаился депот терраформера. Если вдруг где-то на карте нашли монетку, то определенно стоит дойти и открыть ее. Рядом с ним комнатка, в которой есть тело, немного медицинского лута и прочего мусора. А еще тут за столом удобно прятаться, если вы слышите, что к вам бежит кто-то не очень дружелюбный. Садимся за столом и ждем. Ну здравствуй, вражина. Доставку лута заказывали? Впрочем, ничего интересного у него не оказалось. Вот и еще один курьер. Убежал. Ну да ладно. Мы еще встретимся. Да, катакомбы на самом деле одно из самых оживленных мест. Потому что они позволяют достаточно быстро перемещаться между куполами, не наяривая круги. Собственно, здесь же у второго выхода расположено третье и последнее закопанное ведро. Вот в этой комнате с двумя столами и ящиком с боеприпасами. Какой-то пылесос тут уже прожужжал, походу. Но ничего, идем дальше. Как видите, от этого ангара есть проход сразу в купол Maintenance. Если вам туда зачем-то нужно, то можно пойти по нему. Мы же возвращаемся наверх и идем в тоннель. Напоминаю, что локация очень оживленная, и враг может быть за каждым углом. О, а вот, кажется, и наш бегун вернулся. Пройдя чуть дальше, можно было попасть в тоннель и пойти любым из путей, которые разбирались раньше в ролике.
Я же решил на этом свой маршрут закончить. Спасибо всем большое за просмотр. Лайк и подписка приветствуются. Также пишите в комментарии пожелания по следующей локации на разбор или мои пропуски по локации Terraformer. Всем удачи, увидимся в рейдах и на стримах. Всем пока!